Всем привет! Сегодня у нас вкусный салат. Здесь у меня огурчики. Добавляем соль и пусть немножко постоит. Дальше. Посмотрите, какие у нас великолепные ростки сегодня. Очень красивые. Заливаем кипятком на одну минутку, чтобы они остались хрустящие и очень вкусные. Приготовим заправку для нашего салата. У меня здесь перчик чили, бальзамик, соль. И добавляем горячее растительное масло. Можно добавить кунжут. А я добавляю свои любимые специи. Это сушеный базилик и орегано. Можно добавить чеснок, но мы с вами готовили великолепную заправку из петрушки. Поэтому я вот так добавляю и все перемешиваю. Наша заправка готова. Сейчас мы попробуем. Немножко кислоты и сахара. Возвращаемся к нашим огурчикам. Видите, у них жидкость. Убираем жидкость. Добавляем нашу заправку. И наши еще теплые ростки. И все хорошо перемешиваем. Наш салат готов. Хрустящие ростки, перчик чили, чеснок в заправке с петрушкой. Это очень вкусно. Всем пока и до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал. Давайте же попробуем. Это очень вкусно.